Леди Гага в образе Патриции Реджани. Идеальное сочетание и точное попадание. Ждем Оскар за роль и переходим к реакции самой Патриции Реджани. Начнем с того, что объявлен ранее срок Патриции в 29 лет тюремного заключения за заказ убийства своего бывшего мужа Маурицио Гуччи закончился раньше срока в 2016 году. Первоначально, узнав о том, что режиссер Ридли Скотт выбрал на роль Леди Гагу, Патриция высказалась весьма положительно, но после сделала заявление через итальянское информационное агентство ANSA, что крайне недовольна тем, что Леди Гага не обратилась к ней за информацией и не назначила встречу, так как считает, что могла бы внести огромный вклад в правдивость истории о своей личности. Так как ее участие в картине в качестве консультанта не потребовалось, рассчитывать на процент или гонорар от фильма она не может. Однако, по ее словам, это не столько вопрос денег, а скорее достоинства и уважения к ее личности. Решение о том, что Гага не должна связываться с Патрицией, принадлежало компании Universal. Компания тем самым решила показать, что не поощряет преступные действия Реджани в отношении своего мужа. Страсти Гуччи не утихают даже по прошествии огромного количества лет. Но на сегодня у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пока-пока.